профориентации подрастающего поколения сейчас уделяется повышенное внимание. Это касается и тех, кто собирается стать офицером. Правильному выбору военного вуза хорошо помогает акция «Выбери профессию офицера», которая уже не первый год проходит в областном центре. В ярмарке «Выбери профессию офицера» приняли участие около 300 тверских старшеклассников. Многие из пришедших сюда, в ДК «Химволокно», планируют получить профессию военного и в настоящее время определяются с конкретной специальностью. Согласно распорядку, все они должны посидеть за каждым из столов и пообщаться с представителями того или иного армейского вуза. Сегодня, вот сейчас, в настоящее время, здесь работают ребята, выпускники из двух районов. После обеда придут еще представители двух районов. За это время ребята, сменяя локации, смогут задать интересующие вопросы. Среди гостей ярмарки был и герой Российской Федерации Алексей Мищенко. В составе войск Росгвардии он принимал участие в специальной военной операции, был неоднократно награжден. Майор положительно оценивает формат такого мероприятия. Очень хороший формат. Правильный подход, то есть здесь детей собрали, здесь детям пригласили разные военные учителя, на которых дети могут вживую пообщаться, не только в интернете посмотреть, либо позвонить по телефону, но вживую пообщаться, соответственно, подорвать то, что им необходимо. В нынешней ярмарке приняли участие представители 14 военных учебных заведений, в числе которых артиллерийские, авиационные, ракетные, морские училища, вузы IT-технологий. Они познакомили старшеклассников с условиями приема и образовательными направлениями. Рассказали о том, как проходит профотбор в таких вузах и каким уровнем физической подготовки нужно обладать. Доцент Академии РВСН Алексей Солод приезжает сюда уже третий год подряд, поэтому знает о практической пользе этой акции. Спасибо центру призов, спасибо Пивницкому, полковнику Пивницкому, которые приглашают нас, потому что каждый год из Твери, из Тверской области люди поступают к нам в Академию. И мы рады видеть у нас в Академии представителей Тверской области. Скажу больше, потому что я сам родом из города Ржев. Так что наверняка и по итогам сегодняшней ярмарки кто-то из этих старшеклассников поступит в военные училища и академии, чтобы вернуться сюда уже в качестве курсантов и рассказывать своим землякам о том, что есть такая профессия – родину защищать.